Именно так выглядит человек, который записал полностью весь видос по Радмир GTA 5, а звук не записался. Привет, друг, с тобой Эван. Давно не виделись, как говорится. Мы опять сегодня с вами зашли на сервер Радмир GTA 5, сервер номер 1, все как всегда. Прошло совсем немного, почти 3 месяца, как я вновь на этом сервере. Хотел вам сразу сказать большое спасибо за актив под предыдущим роликом. Кстати, кто не видел, ссылочку я оставлю в описании. В том ролике мы заходили впервые на этот сервер спустя 3 года. 3 года я не заходил на аккаунт. И мы обозревали, что у меня по имуществу, что осталось, что пропало, что по деньгам и так далее. Поэтому, если тебе интересно, ссылочка в описании, welcome. А я напоминаю, если этот ролик соберет 100 лайков, ну и хорошую активность в виде комментариев, просмотров, то следующий ролик не заставит тебя ждать, и мы перекупим какую-то топовую тачку. А в этом ролике я тебе расскажу, как же я заработал ровно 2 миллиона долларов, ничего не делая. А кроме этого, мы еще откроем 3 кейса Supreme, 3 Gucci, откуда нам выпадет очень много вкусного шмота, плюс еще 2 раза прокрутим колесо фортуны в казино. Поэтому ролик ожидает быть интересным, присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, а мы начинаем. Ну что, ребят, если честно, уже не помню, о чем я там вначале говорил, но давайте перейдем к сути. Как же я заработал 2 миллиона долларов, ничего не делая? Так что мы перейдем в персонажа. Кстати, у меня 122 часа в игре. И, кстати, менюшка так вся обновилась. Если хотите видос с обновлением, пишите в комментарии, тоже сможем заснять. Значит, 120 часов, 2 миллиона. Звучит очень хорошо. Тем более я заработал их, ничего не делая. Как можно заработать, ничего не делая? Это бизнес, которого у меня нет. Второе, это промокоды. И третье, это, возможно, какие-то конкурсы, но в конкурсах я не участвовал. Возможно, где-то в организации сидел, ЗП качал. Нет. А как я заработал? Я заработал на промокодах. Ну стоп. Не надо сразу выключать, потому что промокоды у меня очень интересные. Вот мы нажимаем F2, промокод. И листаем вниз, и как видим, у меня промокоды есть еще с 2020 года, с 2021 и потом с 2023. То есть в 2022 году у меня промокодов не было. И почти все эти промокоды у меня не были отсижены. Не помню там. Ну вот это, конечно, да. Вот это минус РП проекта, потому что нельзя нажать на единичку и починиться, если какой-то гандон тебе просто влетит в сраку. И таких гандонов по мере просмотра данного ролика вы увидите еще много. Поэтому мне надо отсидеть эти промокоды, и плюс в последнем обновлении еще добавили новые кейсы. Кейс Гуси, я буду так их называть по новым названиям. Кейс Суперме. И эти кейсы мы также откроем в надежде, что что-то выпадет. А выпадет очень много чего вкусного. Ну не очень, но много. Поэтому вставочки сейчас я добавлю, как мы отсиживали, получали деньги и открывали кейсов. Приятного просмотра. Значит что, ребята, мы нажимаем на клавишу F2, нажимаем на реферальную систему и вводим промокод Friday. Активируем. И нужно за сегодня отсидеть 4 часа. И тогда нам дадут 75 тысяч рублей валюты. Кейс Gucci и ключ. Кейс Supreme и маска Акане. Угу. Что-то новенькое. Плюс нам надо сидеть 30 часов, нам дадут за обнову. Плюс 15 часов за весну. 15 часов за восьмерку. Это все в 2021 году. Защитника 15 часов. Новый год 20 часов. Обновка 14. Хэллоуин 14. Осень 14. Рыба моя 14. Лето 14. Ну а те все я уже получил. Это что у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 промокодов нам нужно отсидеть и заработаем, ну, я думаю, где-то лям, думаю, да. Где-то сейчас у меня 179 тысяч. Так, пацаны, буквально осталось 40 секунд, чтобы отсидеть промокод на лето в 2020 году. О, 100 тысяч долларов, значит, она приходит на руки, ясно. Наконец-то я отсидел этих 15 часов за 3 года. Сидим дальше. О, промокод 75 тысяч, одна штука Supreme, одна ключ штука Supreme, Gucci, маска, а, маска, вот. Я так понимаю, это где-то в инвентаре, по идее, можно посмотреть, нет? Ключ Supreme, вот, лутбокс Supreme, погнали, использовать. Ага, то есть нам может выпасть маска, одежда, штаны, ну, короче, браслеты всякие, портфели. Вот это, я понимаю, розу, это очень дорого, а вот это, типа, пипец дорого, типа, будет. А, мы можем даже матис выиграть. А, блин, хера.
Прикол, сейчас гелик выпадет. Ладно, давайте откроем ключом. Вот это, я понимаю, рулетка. Ну, кстати, хотя бы худи, а не маска. Supreme with Babe. Ну, такое говно, если честно. Использовать Gucci. А что по Gucci? Очки. Ну, Gucci мне поболее. А, ну, такое бы нам бы выпало. Было бы идеально. Но оно хер выпадет. Оно даже не пролетит. Ну, ожидаемо. Ага, это типа маска с ресничками. Я понял. Худи. Худи вот так как-то выглядит. Кофта Gucci. Не, ну худи будет попиже. Не люблю свитшоты, вот эту всю херню. Ну что, пацаны, сегодня второй день, когда мы находимся на Redmir RP GTA 5. И сегодня у нас новенький промокод на Capybara называется. Он нам даст 100 тысяч игровой валюты. Capybara. Нам надо отыграть 4 часа до завтра, до 2, почти до 3 часов ночи. Но это мы сейчас изи сделаем. Нам дадут 100 тысяч. Кейс Gucci, кейс Supreme и футболка с капибарой. Работаем. О, вот это вовремя вернулся. 100 тысяч капибара, чиназас, один ключ Supreme, кейс Supreme на базу. За сегодня, как я играл, еще какой-то вроде рыба моя выполнилась, 100 тысяч мне еще, или лето прилетело, хер его знает. Но все равно видели, какие у меня не активированы. Поэтому на нашем балансе уже 150, ой, чего? 554 тысячи. Пол ляма, короче. И открываем наши кейсики. Инвентарь. Может, сегодня выпадет нам хотя бы Матисс Супримовский. Вы перезагружены и пока не можете выполнять некоторые действия. Уберите вещи из инвентаря, чтобы... Чего, блядь? Открыть ключом. А где я звук? Понял, звук покинул сегодня. Пожалуйста, машину. Ну, это лучше, чем вчера. Это лучше, чем вчера. Погнали. Что там, Lotus, Lotus, да, Lotus вроде. А, нет, здесь Bugatti. Конечно, футболка с клубничкой. Love Parade. Нет, давай мне Supreme фиолетовую. Так-то лучше. Хотя по бичу вообще смотрится. Но надеюсь, завтра будет лучше промокод и попытаемся третий раз что-то открыть. Так, пацаны, день 3 и третий промокодик под названием Free Case. Все, активируем, 4 часа. 100 тысяч, Gucci и Supreme, погнали. Так, пацаны, пока я сидел, выполнял предыдущий промокод, добавили новый за топовый онлайн, называется топ онлайн, и за 2 часа игры нам дадут бабки и кейс. Посмотрим. Спасибо. Топ онлайн я получил, одну штучку Supreme и 50 тысяч. Supreme я что получил? Это ключ, кейс, это лутбокс. Не, спасибо, как-то без ключа. Можно его? Его можно будет там продать. Зашибись. Так, пацаны, осталось буквально пару секунд, и мы отсидим сегодня третий промокод на Redmir RP на первом сервере. Только я не могу почему-то бегать, я не знаю, почему у меня клавиши отвалились, либо я заболел, либо я чё, я не знаю, что. F2. Осталось меньше минуты, хотя я там уже было 10, 9, 8, 7. Ну да ладно, подождем. Тем самым, пока мы сидели, проходили вот этот, вернее, не проходили, а отсиживали промокод на, как он называется, на FreeCase, вот, мы еще выполнили некоторые промокоды и заработали еще денег, вот. И сейчас мы еще заработали 100 тысяч, Supreme ключ, Gucci и Sneakers, Jordan зеленые. Тем самым, у нас уже за серию 1 миллион есть. Ну, у нас было 174 тысячи, а зараз уже 1 миллион 4 тысячи, и это еще не конец, ведь у нас есть еще некоторые промокоды, которые мы не получили. Я думаю, будет это в районе 1,3 миллионов точно. Ну что, давайте их откроем. Конечно, было бы разумно их сохранить, а потом все вместе открыть. Ну да ладно. Открываем Supreme и надеемся на автомобиль. Пожалуйста. Давай! Ебать! Это не автомобиль. И хоть мне вот это все не нравится, но оно, во-первых, Supreme, а во-вторых, оно красное. Ну, в смысле, красное по качеству, а по факту на черное. Я думаю, ее можно будет дорого продать. Если что, напишите в комментариях. Может, вы знаете, почему их можно сливать. Я потом, может, пошарю немножечко эти Discord-группы и группы ВК. Может, узнаем, что по ценам. Ну, давай еще отсюда что-то красное. Блять, опять это клубника, если серьезно. Одну красную выловили, не стоит обижаться. Ну, Supreme тащит, реально. Supreme тащит.
Так, пацаны, я совсем не ожидал, что на данном сервере реализована система перегруза. То есть, если у вас слишком много предметов в инвентаре, ваш инвентарь встает перегруженным, и вы не можете бежать. Здесь даже до таких мелочей все проработано. Именно поэтому, вот видите, сколько у меня в инвентаре всего висит. Именно поэтому мы сейчас будем слаживать мои вещи как бы в багажник, там на 100 килограмм, и тем самым себя будем разгружать. Опа-опа, прилетел новенький промокодик «Защитник» на 150 тысяч долларов. Идеально. А тем временем осталось отыграть 2 минуты и 1 минуту, чтобы получить промокод за 8 марта и за весну. Опа, мы еще получаем 150 тысяч за промокод 8 марта. Подожди, как закрыть автомобиль? Закрыть. Все, идеально. Я за последнее время очень много отыграл на Радмире. Мне реально зашел серв. Отыграл вот 96 часов, не знаю только за сколько. И мы идем как бы крутить рулетку. 5000 за вход. Обдираловка. GTA-шка крутится. И я думаю, за то, что я 3 дня вот играл минимум по 4 часа на этом проекте, я смогу прокрутить. Да, у меня есть 2 прокрутки. Каждые 8 часов игрового времени. Охереть. Ну давайте за 2 прокрутки попытаемся что-то хорошее выбить. И мы выбиваем деньги. Сколько? А, это донат. Это 40 доната. Нихера себе. Крутим еще раз. Крутим еще раз. И эта звездочка, это что у нас? Случайная награда. Сертификат на... Блин, один раз у меня уже выпал случайный сертификат. И... О, здесь банкомат, тут 300... А у меня есть на банкомате? А, 1200, нифига себе, надо снять. Один раз я как-то уже выиграл промокод, если можно так сказать, сертификат на автомобиль, и это был автомобиль Бусти, который мы тюнили в предыдущей серии. Кстати, кто не видел, ссылочку оставлю в описании. Очень офигенный ролик. Подождите, я что-то провафлил момент. Мне бабки за промокод пришли в весну. 150 тысяч. Наверное, пришли бы. У меня уже 1,5 миллиона. Офигеть. Буквально в начале серии было 170 тысяч. Уже 1,5 ляма. Но если бы я еще не открывал кейсы, как оказалось, что их можно сливать по 300-400 тысяч. Ну, кейс за 300, там 250, а ключ по 400 тысяч. Охренеть. Так, пацаны, мне более интересует сертификат на ТС Торнадо. Информация. Разное, понял, если его используют. А, или его можно же продать, наверное. Но Торнадо это такая херня из GTA San Andreas, и это не лицензионный, к сожалению, транспорт. Блин, давайте прям загуглю здесь. Ну вот, в принципе, Торнадо в GTA 5, это, можно сказать, самая дешевая тачка, которая мне могла только выпасть. Не знаю, кстати, сколько на Радмире она стоит, но на 5 РП она стоит очень дешево. Ну, и за это, как бы, спасибо. Так, ребят, мы приехали в автосалон, я надеюсь, правильный, и... Значит так получается, да? Нам выпал Торнадо либо за 14 тысяч, либо за 19. Ну что я могу сказать? Неплохо так посидели. А сколько в донате? Стоп, у меня же выпало 40 донатов. Все верно, все верно. 40 донат это 54 тысячи. То есть когда мне выпал бусик за 200, я еще жаловался. Ну что, ребята, сегодня уже 11 мая, офигеть. Промокоды новые, которые нам выдавали каждый день, к сожалению, закончились, но у нас остались прошлые промокоды, которые мы не отсидели. Значит, нам надо отсидеть на обнову 17 часов, которые надо 300 тысяч, еще на Новый год отсидеть, и в принципе все, да. 2 промокода осталось, а тем временем у нас уже 1,5 миллиона, просто ничего не делая. Ну, еще, кстати, кейсик, который можно будет продать 1000 за 300. Что, ребят, на фоне такой вот красивой ешки, к сожалению, не моей, будем вводить новый промокод и сидеть за старые, как бы это ни звучало. И вводим промокод суббота. 5 часов отсидеть, и нам дадут 150 тысяч и 2 кейса, которые можно будет продать где-то по 1300. Короче, сидим. Пацаны, глубокая-глубокая ночь, почти 3 часа ночи. Но мне нужно отсидеть промокод. Я уже почти сидел. Звучит так себе. Осталось меньше минуты, как здесь написано. И нам должны отсыпать лаве. Все. А, мы и ключ получили. Не, ну ключ мы не знаю, не будем открывать, не хочу. 30 секунд. И 30 часов я отыграл. Че, 300 тысяч должны дать? Изи. 2 ляма на балансе. Тупо это ФК шел.
Ну что, ребята, мы остановились возле моих бизнесов, и прямо сейчас будем открывать кейсы, которые у меня остались. Это Supreme и Gucci. Конечно, можно было бы их продать, но живем один раз, поэтому будем надеяться на лучшее и откроем кейсы. Первым нам пойдет Supreme. Открыть ключом. Если честно, уже не до конца помню, что там находится, но... Штаны. Мне кажется, или это самое говно, что может выйти? Это какой-то фит между Northern Light или Supreme. Брат. Так, второй кейс — это кейс Gucci. Будем надеяться на какую-то маску, либо обувь. Кстати, вот эти изики вообще охеренные. Погнали. Крутится, вертится. Давай. О! Розовая Gucci свитшот с рубашкой. Ну, выглядит неплохо. Но стоит ли оно своих денег? Стоит ли оно больше 300 тысяч? Конечно же нет. Но давайте примерим, где он у меня здесь находится. Вот. Вверх, наверное, да? Все? Да. Ну, что я могу сказать? Выглядит прикольно, но не под джинсы. Под джинсы оно не выглядит хорошо. Надо какие-то брюки найти или что. И кипарик убрать, я думаю. Тогда будет смотреться немножечко получше. В принципе, по ключам все. Остался только один лутбок Supreme. Ну что, ребята, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот ролик вышел. Заработали с вами за серию 2 миллиона долларов. Куча одежды, еще кейс, еще сертификат на автомобиль, еще 40 донатов, ну, очень много чего. Если вы шарите в ценах на кейсы или одежду, напишите, пожалуйста, в комментарии, что почем стоит и почем можно слить и куда можно слить. Буду вам очень благодарен. Опять же напоминаю, что 100 лайков, и мы снимаем следующий ролик, а в следующем ролике, я думаю, мы прикупим что-то уже покруче, по возможности продадим нашу одежду, кейсы, донат, наши автомобили, соберем такой большой бюджет и прикупим какую-то реально понтовую тачку. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.